свежие щи, сочная мясная тефтеля, ароматная гречневая каша, хрустящие овощи и витаминный яблочный компот. Вот он, рацион современного школьника. Вкусный, питательный и, главное, полезный. Стоимость обеда для учащихся 6-10 лет – рубль 95. Тем, кто постарше, обойдется в 2,20. У нас разнообразное меню, большой ассортимент. Все очень вкусно, стараемся готовить. От души. В буфете у нас разнообразные пирожки, слойки, пиццы и котлеты из горячего, отбивные, шашлыки, салатов у нас всегда не меньше 7 в ассортименте, напитки разные. Ну и молочки у нас много, и сырочки, и йогурты 4-5 видов, и молоко детское, и кефир, все что угодно. 80% бобруйских школ, а это 19 тысяч учеников, кормит комбинат школьного питания «Куполинка». Организация в основном использует продукцию местного производства. Меню составлено с учетом физиологических потребностей молодого организма и дифференцировано по возрасту. Постоянно проводится C-витаминизация, плюс берется во внимание сезонность блюд. Довольны дети, спокойны родители. Ежедневное меню составляется на основании перспективного меню, которое происходит санитарно-гигиеническую оценку в нашем управлении здравоохранения, Бобруйский центр гигиены и эпидемиологии. Сырье, которое поступает от поставщиков до конечного срока реализации, оно проходит контроль, как внутренний, так и ведомственный контроль. Отслеживаются все показатели качества и безопасности нашей продукции, которые кушают наши дети. В этом году цены на школьное питание выросли на 11%. Изменения коснулись и рациона. Увеличился удельный вес круп и овощей, снизилось количество рыбы, соли и сахара. Появились новые блюда из мяса и молока. В школах делается ставка на здоровое питание. Это касается даже буфетов, где дети покупают фастфуд. Кстати, его ассортимент заметно поредел. Полностью исчезли чипсы и газировка, а смаженки и хот-доги продают теперь только дважды в неделю. Талантливые повара 34-й школы знают, что любят юные гурманы. При этом соблюдают жесткие требования к количеству калорий, сбалансированности жиров, белков и углеводов. Способы приготовления – щадящие. Никакого фритюра, острых специй и прочих вредных добавок. Вкусно ли тут кормят? Да, еда 10 из 10. Прям супер. Всегда все едим. Вкусно. А какое ваше любимое здесь блюдо? Пюрешка с котлетой и любой суп, но супы тут все вкусные. Хватает ли тебе школьной порции? Да, хватает. Ну, у нас 7 уроков в среднем. В принципе, хватает на целый день. Ну, я и завтракаю, и обедаю. В принципе, да, хватает, потому что кушать хочется и... вкусно. Не обходится и без приятных бонусов от государства. Ученики первых-четвертых классов получают завтраки за бюджетные средства. И, конечно, как и прежде, многодетным семьям оказывается гарантированная поддержка. Горячее питание для таких школьников совершенно бесплатное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.